Внушительная трещина с перепадом высот в 10 сантиметров. Такой изъян образовался накануне вечером на проезжей части по улице Университетская в Чебоксарах. Трещина образовалась около 5 часов вечера 28 октября, сообщает портал «За рулем». Известно, что рядом с данным участком в течение нескольких дней проводились подземные работы с коммуникациями, что и могло послужить причиной повреждения. Новость вызвала бурную дискуссию на форуме. Автолюбители переживают за безопасность движения по улице и то, что трещина может разрастись и даже привести к обвалу. Если быстро все не сделать, то и дорога в яму провалится. И не дай бог машины и общественный транспорт. После работы около 8 вечера домой возвращался на маршрутке. В припрыжку пролетели этот участок. Про себя подумал, может, лежачего полицейского положили? До этого все гладко было. А на самом-то деле вон что случилось, однако. Такая же ямка давно на пересечении Николаева и 50 лет октября. Однажды забыл про нее, жму тормоз, а эффекта в полете нет. Пришлось на встречке останавливаться, чтобы в стоящего на красный не въехать. Хорошо, что и для встречки был тоже красный. Между тем стала известна точная причина происшествия. Ситуация такая, Фитолайн фирма, там строят какое-то свое, но, видимо, очередные цветы, не знаю. Заказали подрядную организацию, монтаж спецстрой, по-моему, которая методом ГНБ, то есть горизонтального бурения, под дорогой проводила канал с какими-то сетями, не знаю, с какими даже. И, видимо, не очень аккуратный исполнитель допустил того, что асфальтное покрытие демонтировалось, появились трещины. Сегодня они добурят, они не добурили даже, не прошли всю дорогу. Завтра какие-то дорожные службы, с кем они заключат договор, восстановят асфальтное покрытие. Знаки мы установили вовремя.